Сегодня у Вечного огня возлагали цветы ветераны и молодежь. Встреча поколений продолжилась за чашкой чая. На мероприятии, организованном Комитетом по делам молодежи мэрии, побывала Руми Юсупова. Сегодня они вместе. И те, кто видел ужасы войны, и те, кто знает о ней лишь по фильмам, да рассказам дедушек и бабушек. Встреча поколений, организованная Комитетом по молодежной политике мэрии Ярославля, позволила старым солдатам вспомнить опаленные войной годы, а молодым узнать из первых уст детали тех страшных дней и опасных боевых операций. Такое живое общение с ветеранами заставляет молодых по-новому взглянуть на такую далекую и такую близкую для них войну. Классах собеседников убедиться в том, что нынешнее поколение ничуть не хуже сверстников из 40-х годов. Дети современные такие же честные, такие же любящие свою родину. Жаль, что мы не знали интернета, компьютерной грамотности у нас в то время не было. Но мы зато знали, что такое защитить нашу родину. Патриотизм, историческая память – для каждого из них не просто слова. Как бы ни менялись времена, а профессия – родину защищать – всегда в почете. Отдать дань памяти людям, отстоявшим честь и независимость родины, и почтить героев-защитников, несмотря на дождь, пришли и стар, и млад. Ведь долг живых – помнить о тех, кто отдал жизнь за мирный сегодняшний день. Главное нам, молодежи, тому поколению, которое совсем молодое и подрастающее, никогда не забывать, никогда не прерывалось, чтобы связь между поколениями, всегда мы помнили, чтобы никто не оказался забытым. Те патриотические чувства, которые воспитываются старшим поколением в нас, они все-таки не пустые слова, и эта связь прослеживается, чувствуется, и эти чувства очень искренние. Сегодня грядут наши майские праздники, День Победы. Будет очень много встреч, очень много мероприятий, помощи ветеранам. И мы, сторонники гражданской платформы, естественно, активно в этом участвуем. И те чувства, которые испытывают наши ветераны, они очень близки каждому человеку, каждому жителю нашей великой страны и нашего любимого Ярославля. Руми Юсупова, Владимир Чернов, городской телеканал.